почти за кухой книжку. Да он сейчас может коготком тебя чик-чик. Да нет, коготком он не сделает. Но... Ну это какой-то весомый аргумент. А, ну это уже да. А, смотри, какой он игрушек. Я тут, сыночек, я тут. Это маленькая, это девочка, да? 6 месяцев. 6 месяцев. А можно подгладить? Подгладить нельзя. Идем, посмотрим. Девочка, да? Девочка, да. Ну, очень такая красивая, красивая. Ну, пойдем, там какой-то чемпион. Подвинемся как бы полукругом, а вы через нас будете ходить, потому что я не могу открыться из окна. Ну давайте, что ж делать? Если бы как-то... Я не могу, туда надо привесить, туда, если туда, ну туда высоко надо привесить. Я высоко не привешу вот эти штуки. А солнце, оно ж видите, что идет. Ну давайте, если так, ну что ж делать, животные еще не мучаются. Ну давай, привесим назад, жор. Вешай назад и берите визиточку, берите на память. Кошечки вас запомнили, и вы кошечек запомните.